Вот мы в поезде едем. Еще не поехал из Чебоковекии в Рим. Едем. Шаттлбас нас привез прямо на трейн-стейшн. 6 евро стоило человека. И поезд стоит 4,60 евро до Рима. Идем. Езды час 15 минут, как сказали. Все. Вон наши вещи. Вот пропавший чемодан. Называется эконом-класс. Эконом-класс едем. Наши вещи. Как всегда такси брали. Наши вещи. Все, мы поехали. Это красиво. Да. Что люди брали гостиницу прямо там. Buongiorno, benvenuti a bordo del treno regionale 12537, il treno fermerà Santa Marinella, Santa Severa, Marina di Cerveteri, Ladispoli Cerveteri, Torre in Pietra Validoro, Mancarese Fregene, Roma Aurelia, Roma San Pietro, Roma Trastevere, Roma Ostiense, Roma Tuscolana e arriverà a Roma Termini alle ore 12.31. Едем в Рим. Welcome on board the train 12537. On the train we stop in next stop Santa Marinella. Your attention please, the train we stop at short platform. Мы в Риме. Вот наша гостиница. Называется Fancy Rooms. Fancy Rooms. Вон она в самом верху на пятом этаже. Вся гостиница на пятом этаже. Прямо напротив нас старинное какое-то здание. Нет, ты знаешь, там люди есть. Настоящие, да? Да. Скульптуры, и наверху окна, в углу. Сейчас мы туда пройдем, сфотографируем ее. И сразу вот вокзал, это автобусная станция, а за ним, вот мы шли, мы ехали сюда на поезде, ну, метров 300. 50, это поезд, автобусный вокзал прямо здесь. И мы ночью нам нужно выехать, примерно в 4 утра, на 7 утра самолет, ну, на автобусе поедем, каждый час идет. Гуляем, пошли, тепло на улице, хорошо как разумно. Вот этот парк прямо напротив, старинной стеной. Называется Таска Архитектура. Ты ближе подойди, скажи. Да. Таска Архитектура. Видишь, наверху там что-то. Ага. А вот эти вот? Ну, я их все свиснял. Да не нужно уже. Ну, встань. А повернись, а вот. Переразворачиваюсь. И прямо наш окна. Наша гостиница. Прямо напротив. Это еще римские развалины.
у них внутри этого. Именно более 2000 лет. Едем на поезде с Чебоковеки в Рим на Термини Стейшн, нашей гостинице. Проезд стоит 4,60 евро, а шаттл-бас от парохода стоит 6 евро на час. Езды до Термини час 15. Все.